Станичники смогут бесплатно пройти экспресс-оценку состояния сердца, измерить рост и вес, общий холестерин и глюкозу в крови, сделать УЗИ молочных желез. Прием будут вести невролог, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, хирург, гинеколог, терапевт. Также в акции будет задействован новый передвижной флюорограф. Всех желающих проверить свое здоровье ждут с 9 до 13 часов в Доме культуры станицы Благовещенская. Следующий день здоровья пройдет в Юровке. Следите за новостями.